Отношения между Словакией и Азербайджаном развиваются в различных сферах. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений выпущены совместные почтовые марки, на которых изображены национальные музыкальные инструменты – азербайджанская кеманча и словацкая церховка. Это событие – символическое подтверждение нашей дружбы и сотрудничества. Церховка – это культурный артефакт, инструмент, который передает ценности между странами и помогает нам понимать друг друга. Рад, что для новой почтовой марки обе страны решили выбрать музыкальные инструменты. Музыка объединяет людей. Вот почему мы должны придавать большое значение нашим традиционным инструментам, ведь они являются наследием наших предков, и мы должны идти по их стопам на этом пути. Словакия ежегодно выпускает в среднем одну общую марку. Музыка и церковка в качестве инструмента были включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, а азербайджанская кеманча в 2017 году. Марка была разработана в течение 3 лет в результате сотрудничества Азерпочты и Почты Словакии. Почтовые марки представляют нашу страну во всех уголках мира. Почтовая марка – это символический атрибут каждого государства. Над оформлением проекта работал словацкий дизайнер. Подобные совместные выпуски двух стран вызывают большой интерес среди филателистов. Это также популяризует нашу страну и знакомит с нашей культурой. На презентации были подписаны первые конверты с почтовыми марками. Исмаил Гуриев, Кямран Исаев, Сабина Алиева, новости СТВ.